Белорусы – чемпионы мира по мини-футболу. Наша сборная завоевала золото на международном турнире среди полицейских и пожарных. В спортивном форуме приняли участие 201 команда почти из полусотни стран. Финальная часть состоялась в голландском городе Грунло. Особенно сложным, по мнению наших спортсменов, выдался полуфинал с командой полиции Сербии, которую удалось победить только в серии пенальти. В финальном матче сборная МВД Беларуси одолела соперников из России со счетом 2-1. Это второе подряд золото белорусов на чемпионатах мира. В прошлом году они тоже стали первыми.